В начале сентября в центре Одинцова была установлена современная баскетбольная площадка, рядом с которой теперь располагаются сразу два поля для панафутбола. Реконструкция спортивных сооружений в городе будет продолжена. В октябре начнутся масштабные работы по строительству стадиона. На этот год у нас также запланировано еще много объектов, такие как хоккейные коробки в Кубинке и в городке номер 17, мини-стадион в Старом городке, воркаут-зона в Голицыно. По всем этим объектам работа либо ведется, либо она уже завершена. Ну и, конечно, наш главный объект, который встает в этом году на реконструкцию, это центральный стадион на нашей площади. Работа по нему начнется уже в октябре этого года. Сейчас идут конкурсные процедуры. Развитие спортивной инфраструктуры будет продолжено и не только на территории Одинцова, но и в поселениях муниципалитета. Что касается стадионов в Старом городке, коробок везем и в Кубинке. Все работы, конечно, нужно закончить до холодов. Также на совещании обсудили проведение областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Ежегодно в этом мероприятии принимает участие большое количество человек. Взрослые дети выходят на площадки и помогают в восстановлении лесного фонда района. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».